В историческом парке прошла презентация книги шейха Ахмада Афанди Абдуллаева «Благонравие праведников» на лезгинском языке. Первоначально книга была написана и издана на арабском языке, уже потом появилась русскоязычная версия, ставшая буквально настольной книгой для огромного числа людей. На презентации озвучили, что в настоящее время идет работа над переводом на табасаранский и индонезийский языки. Эта книга о религиозно-нравственных постулатах настоящего мусульманина. Вы знаете, духовные ценности вкупе с традициями, они являются основой идентификации не только тех народов, проживающих на территории Республики Дагестан, но и в целом, я считаю, идентичности всей нашей великой страны.